поездки во сне. Зачем уходишь, ты ведь любишь, а я скучаю по тебе. Доброе утречко всем, проснулись. Вот время у нас. Мы где-то на 10:30 встали, уже 10:30, болтали с Игорем. Вот Лена на работе, Мигдан, по-моему, еще спит. Папа тоже уже встал. Вот я себе сделаю сейчас чай-бутер, Игорь ничего не хочет. Говорит, не хочу. Так что, уже проснулись. Удобно, у них так озон рядом. Последние гулянки, когда мы сидим, вырубает вообще жесть, вот так просто. Мы вчера опять сидели, меня просто по щелчку вырубило. Я так рано легла, еще все сидели. В общем, мы сейчас ждем касательно документов, консультацию знакомого адвоката. Он нам обещает помочь. Мы ждем вообще, если честно, его уже давненько. Вот, но тоже всем давить не будешь, человек свои дела. Мы ждем, и когда только он нам все поможет, просчитает и проверит заявление, мы сможем подаваться. Но у меня такая чуйка, что сегодня мы не успеем уехать, потому что это тоже все не быстро. Я вчера настолько уснула, что даже не смывала косметику, вся в блесках. Сейчас пойду умываться, купаться. Вот, мы позавтракали, сейчас там по работе отвечали. Вот так, ничего такого, тупили в телефонах. А сейчас я говорю Игорю, давай уберем постель, потому что Лена со Славой там спали. Вот, все гости их согнали на пол. Давай уберем постельку, потому что, говорю, это Слава на работу уйдет, Лена придет поздно, может, хоть чуть-чуть отдохнет, меньше ей делать. Сейчас решили все сложить, убрать. Я буду там то, что мы завтракали, чай пили, посудку помою. Ну, короче, все лень, потому что она в таком нон-стопе работает, жесть. Вот, так что вот так. Да и Слава тоже сегодня на работу. Получается, полдня отсыпается сейчас и в ночь. Вот, так что сейчас все сложим, с Игорем уберем. Все равно у нас сейчас пока свободное время, пока мы ждем. И потом пойду, наверное, умоюсь, подкрашусь и будем в таком режиме сидеть, ждать. Мы немножко тут все пробрали. Вот, отдыхаем. И так, конечно, сидим в режиме ожидания. В телефончиках, хопа. Я уже сходила искупаться. Вот, так что вот такой вот у нас день. С собой ноутбук не взяли. Так что особо делать нечего. Просто валяемся тюленем. Ну что, наконец-то у нас что-то проясняется по документам. Мы сейчас уже знаем, что и как, и зачем нам делать. Вот, так что сейчас нужно там оплатить пошлины, оплатить какие-то свои моменты. Нотариусу нам надо, мы поэтому быстро сейчас с Игорем обедаем, у нас обед на двоих, и выдвигаемся делать дела. Понятное дело, что мы уже видим сейчас 2 часа, у нас до электрички 2 часа, мы, конечно, не успеем. Будем думать, либо на маршрутке тогда поедем завтра, либо, может, с папой поговорю. Вот, но, по крайней мере, что-то прояснилось, и это хорошо. Мы с Игорем, значит, обед на двоих, он нам наварил пельмешек, я говорю, давай прям там парочку штук чисто перекусим, потому что сейчас мыкаться, вот, чтобы не голодать, короче, сейчас ко мне тоже придет. Перекусим с ним пельмешонками. Вот, так что всем тоже приятно. Еще у меня здесь мохито. Сейчас сказал Богдан пока. Богдан, пока. Пока. Богдан, тут офис свой. Своя атмосфера. Что, вышли мы на улице, кстати, сегодня. Ну, нормально. Не душно, жарко, но нет такой душниловки вроде. По крайней мере, 5 минут, пока мы на улице. Вот. Идем на маршруточку. И тут как раз наша маршрутка. Я даже успела за мороженым забежать. Мы сидим у нотариуса. Нам сейчас нужно один важный документ получить. Так, нас здесь немножко, конечно, затаскали. У нас уже 5-й час. Мы еще не все сделали. Блин, вообще. Хоть бы сегодня все сделать успели. Потому что уже, конечно, домой хочется у Игоря. Я рассчитывала, что мы будем в отпуске. Плюс приедем тут, задержимся. И уже таблетки заканчиваются. Все дома, блин, жить вообще уже домой хочется. Мы как кочевники. Так что сейчас Игорь там в мировом, у мировых судей консультируется. Там тоже надо. Единственное, что я вот прям всем порекомендую, делайте все вовремя, берите консультации, консультируйтесь со специалистами, если есть связи, вообще супер. Вот, узнавайте всегда все нюансы, пакеты документов, сроки, потому что если что-то нарушаешь, потом замучаешься, в общем, доказывать что-то и так далее. Вот, конечно, очень много волокиты бумажной. Так, ребят, ну что, мы уже добрались до райончика, где Настя с Димой живут, зашли в Роб-Роль, правильно?
Да, рукой. Там Дима нам шаурму уже брал, нам очень понравилось. Мы решили на обед сейчас взять ее и пойдем кушать и отдыхать. Что-то так замыкались, вот вроде ничего такого сложного не делали, но мыканье, вот эта волокита вся бумажная. Целый день мы вот. У нас уже 7 часов. А выехали мы во сколько? Час. Ну, долго, короче, это все. 5 часов на ногах просто туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Завтра мы планируем домой с папой. Папа за нами приедет. Заодно можно будет какие-то с комнаты вещи забрать, потому что там этот хренопутало, иначе я его не назову, поэтому надо оттуда все постепенно вывозить. Вот, так что вот так. Нам нужно будет сегодня дела поделать и вещи собрать. Вот, а завтра то, что туда хотим поехать, пособирать. Потому что мы там, у нас там и микроволновка хорошая, и документы там еще кое-какие. Ну, много чего еще мне нужно позабирать своего. За один раз понятно, что мы все не увезем. У нас там есть еще и мебель, и холодильник, и так далее. Но, тем не менее, каждый раз что-то забирать будет все получше. Потому что, конечно, мы там не то что жить, мы там даже находиться лишний раз не хотим. Наконец-то мы обедаем, наконец-то мы на месте. С Димой захомячили картошку, он пошел, я не знаю, отдыхать, наверное. Вот мы тоже сейчас полежим, там уже скоро закат будет. Время офигеть. Мы решили, что немножко покемарим, потому что мне потом по работе надо там кучу поделать, а у меня сейчас вообще башка загружена и не варит, так что отдохнем. Ребята, я на фоне самого популярного ковра на Дзержинском. У ребят в комнате, короче, это. Мы уже проснулись давно, что-то так болтаем, ничего такого особо не делаем. Такой ленивый вечер у нас. Вот я тут с Настей зависаю, Игорь с Димой там. Сейчас все тут болтали, теперь разделились. Вот. Я, короче, в Волжске ехала, у меня идея такая пришла, что хочу себе на одну руку, короче, много браслетов, знаете, так носят, прикольно. Ну, такие, не то, что там какие-то офигенные такие просто, типа бижутерия. Вот. Так что, да. Мы зависаем тут с Настей. Настя все косички заплела. А, я слышу. У нас, кстати, да, у нас воду отключили. Вот. И мы теперь ходим. Ничего нельзя было. В туалет нельзя. Ничего нельзя. Купаться нельзя. Сейчас вот дали. Дим, наверное, сразу пошел купаться. Дим тут шастает. Они с Игорем идут в магаз. Надо за допингом. Не идут, а едут. И идут, заедут. Иду, заеду. Камеру вырубай. Нет. Мы, короче, с Настей мороженое хотим. Мы тут с Настей чили. Вот наш, это, наш обед. Наш ужин. Смотрите, сколько время. Принцесса рано не ужинает. Да, у нас есть такая цитатка. Вот. Ну, просто я спала, блин, допоздна. О, да, мы будем с Настей мороженое, это наш будет ужин. А они там тут все хотят взять. Вот, так что, вот, мы тут с Настей сюда перебрались, и у Насти в комнате были, теперь тут тусуем. Я хочу сейчас пошпалась в телефончике. Ой-ой-ой. О, Игорь там. Игорь. Кис-кис. Ты что, всех подписчиков поцеловал? Ни хрена. Да, Игорь поцеловал всех подписчиков. Ужин. Дима хочет нам все это выключить. Вообще что? Холодно все будет? Тебе же. Ну, давай чуть-чуть проветрим и выключим. Вот там Настя сидит, она сегодня не разрешает себя снимать. Она не дала права на это, на съемку. Если я сейчас ее засниму, то она потом может в суд подать на меня на авторское право. Уже ждут люди. Да? Какие люди ждут? Ребят, смотрите, мы сидим, у нас онлайн-магазин на диване. Игорь выбирает нам мороженка, мы говорим, какое. Ты себе? Да, хочу вот такое. Брюнетка называется. Я поняла. Ты больше никого не хочешь? Нет? Ты больше никого не хочешь? Какой ты еще любишь? Может, какой-нибудь еще? Не знаю. Чего ты там взял еще? Все, нет. А Диму покажи, брюнетку. Где Дима? Где Дима? Вот, он не хочет. А, не хочет мороженое? Нет. Попить ничего не надо брать? Не, нет. Нет? Нет. Все, ладно, давай. Я еду на кассу. Не, подожди, подожди, сейчас. Так, ребята пришли, короче. Ребята пришли. Вот, Дим себе взял блинчики со вкусом шоколада и апельсина. Я первый раз такие вижу, говорю, а ну-ка дай попробовать. Еще он взял себе
с курицей и грибами. Вот. Так, Дима, то, что ты сухарики или ты, Игорь? Дима взял красную икру и сухарики. Игорь взял колбаску на завтрак. О, сразу видно, что ты, Игорь, взял окорочочек себе, хлебушек. Вот. Нам, короче, лакомку взяли. Вот такой вот я захотела манго. У нас сегодня с Настей день мороженого. Вот такую вот лакомку. Вкусная, кстати, попробуйте, кто любит кисленькое. Вот прям супер она. Я уже, по-моему, ее рекомендовала вам попробовать. Так, Игорь себе взял вот такую шоколадную брюнетку. Игорь любит с орешками. Так, еще Наське лакомку. Ой, не лакомка, а шоколадная. Настя любит. И вот такой вот еще Игорь взял. Не знаю, наверное, себе одну взял. Он любит с печеньем. Так, называется вот так вот. Я не знаю, вообще не просто ли это печенье. Там есть мороженое? Вот. Так что еще вот какое-то новое. Все, можешь все относить. А, ну подожди, сейчас мы возьмем. Сейчас. А я скучаю по тебе.